Как вы относитесь к Евразийскому союзу? По вашему мнению, может ли он стать новым геополитическим проектом развития большой России? Какие страны, по вашему мнению, могли бы туда войти? Ну, как к Евразийскому союзу не отношусь пока никак, потому что это, по сути, даже и не союз. Это то, что называется протокол о намерениях. А так я считаю, что для того, чтобы вообще можно было спасти вообще мир, цивилизацию, союз, например, России, Китая и, возможно, Ирана, он просто откровенно необходим.